Как объясняют специалисты, после образования Объединенного департамента полиции и погранохраны, в который вошел Департамент гражданства и миграции, появилась возможность размещать все службы этого учреждения в одном здании. Во многих городах страны, например, в Тарту, Нарве или Юхве, бюро гражданства и миграции уже переехали в полицейские участки. Теперь любую услугу, относящуюся к компетенции департамента, можно получить, как говорят, в одном окошке. Это означает, что заявление о краже сумочки и ходатайство о замене утраченного документа можно сделать в одном здании. Переезд был вызван тем, что закончился договор о съеме помещения, и нам нужно было искать как бы или новые помещения, или новые возможности. Мы рассмотрели разные варианты, так как у государственных учреждений к обязанности предоставить качественные услуги еще дополняются обязанностями расходовать средства бюджета разумно, то, в принципе, этот вариант был самым разумным и с точки зрения клиентов, и с точки зрения ресурсов. Конечно, многим размещение службы в центре города, в престижном центре «Форум» казалось более привлекательным. На свою роль сыграли арендные оплаты и ограниченная офисная площадь. Теперь бюро будет располагаться в полицейском участке «Ласномея». С центром Таллина бюро связывает общественный транспорт. Есть большая парковочная площадка. В бюро также появится больше рабочих мест и кресел для посетителей. Строится даже детский уголок. Стоит помнить, что «Ласномея» – крупнейшая часть столицы по числу жителей, сравнимая с эстонским городом. В Таллине сохранятся еще две службы обслуживания. В центре города на улице Вилмса и в Пыхе Таллине на улице Сыля. Впрочем, у жителей страны есть возможность обратиться в любую службу вне зависимости от места проживания и получить документы также можно там, где удобно. Владимир Михалков, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.